как получать какие-то, ну, можно даже сказать, насколько аккуратные оценки по неэлектронным распадам приближения к авторизации. Ну, точность видна будет, так сказать, постфактов. То есть мы посчитаем, что это приближение к авторизации, а потом можем сравнить с экспериментом и видим, где хорошо, где плохо, и потом задним ходом можно смотреть и думать, почему тут плохо, а тут лучше. Но цель состоит в том, чтобы вас научить делать такие грубые оценки, в любом случае это годится. Точно сюда двойки, это работает. Поэтому это очень простая вещь. И в этом смысле полезно, что если вас интересует какая-то мода распада, то можно быстренько прикинуть приближение факторизации, что она дает, чтобы иметь представление, какого порядка вообще величина, и с точностью до двойки она более-менее будет правильно оцениваться. А делается очень просто, и поэтому в этом смысле я считаю, что это полезно. Ну, поэтому давайте быстренько попробуем. Простейший пример. Распад типа фемизон, демизон и легкий, например, фемизон. Так? Вот такая мода. Потом есть вот исходная картинка. Если это W стянуть, то как оператор, это будет то, что мы называли O1. Это пару допустить на бимизон
прямо готово вот это. А это оставить, она будет описывать нижнюю стенку или ход БВД. Так? Но это не единственный вариант. Это будет ДНО, это будет пельмень. Есть еще вариант. Я могу лучше перерисовать. Я хочу пару вот этих антицеу пустить на D0. То есть, чтобы получить D0, я могу использовать C-кварк из оператора, а этот U-кварк наблюдатель был, который активно, которого в операторе вообще не было. Так? Но в операторе есть этот антиу, но в операторе есть свой антиу. Но здесь только сопряженно все написано. Я могу вот эту пару отфакторизовать и из них сделать ДНО. А тут останется, когда я эту пару забрал, останется БД. Всем возможным входом. Ну вот, поэтому первая реакция приближения факторизации будет рассчитываться как сумма этих двух вкладов, где это один матричный элемент факторизованный, а это второй. Это один, а это второй. Можем сейчас начать расписывать прямо, как это теперь выглядит на буквах. Но надо помнить, что на самом деле у нас есть еще оператор U2, который отличается перестановкой. Скажем, это будет D, гармония B. И наш эффективный лагранжан низкоэнергетический, с учетом проинтегрированных рад поправок, он имеет C1, O1, плюс C2, O2. Ну, поэтому то, что здесь написано, это написано в картинке, подходящей под O1, когда W идет вот таким образом. Между этими бесцветными парами. Бесцветная пара BC, колор переходит прямо. И бесцветная пара DNTU, рождающаяся из W. Вот. Но здесь колор перекручен. И бесцветная пара вот эта и вот эта. Ну и с этим надо сделать, в принципе, то же самое, по ходу дела. Будем это сделать. Поэтому начинаем, например, с O1. Так? Ну, обозначим, как мы там амплитуду обозначили. Какой буквы? Т, или М, или А, или я уже не помню. Что вам больше нравится? Т. Хорошо. Значит, назовем ее Т1. Это ее будет определение.
Вот это наша амплитуда. Теперь мы ее расфакторизовываем двумя способами. Значит, первый способ. Пи минус отцепляется прямо сюда. Плюс второй вклад по второй картинке, когда D0 факторизуется из этой пары. Вот из этой пары СУ. Но если здесь уже были индексы все свернуты, так я его сотру, он мне мешает. Сегодня я на него попадаю, значит, давай. Если здесь индексы были готовы и свернуты для этой факторизации, то для второй факторизации вы видите, что когда я буду брать пару СУ, она не будет автоматически готова к галактике Земле. Поэтому надо тогда расписать в индексах, и тогда в индексах можно уже факторизовать, оно само скажет, кто с кем сворачивается. Поэтому я распишу по колумнам индексам. На самом деле надо расписывать и по спиннерным индексам. Это спиннерные, фермионные поля. А, ну поэтому полезно лучше, чтобы слишком много индексов не писать, примерно один раз написать общим формам, то, что называется фиксовать. Значит, она выглядит так. Вот пусть у меня есть пара фермионов. Си, Б. Это я сейчас буду писать по Лоренц, по спиннерным индексам. Потом напишем отдельно по Лоренц. Пси бета, ну, допустим, там, хи альф. Значит, пси и хи, я имею в виду, что они могут быть разного флейвора или разного колора, чтобы как-то отличать. А мы сейчас будем следить за вот этими спиннерными индексами, каждый из которых, это четырех индексы гирликовских спиннеров. Так вот, в чем состоит идея? Это можно рассмотреть как матрицу 4 на 4. Так, матрицу 4 на 4 разложим по 16 независимым матрицам 4 на 4. И стандартный матриц состоит следующий. То есть это единичная матрица. Гамма 5, 4 штуки гамма мю, 4 штуки гамма мю, гамма 5. И 6 штук сигма минус. 1, 1, 2, 4, 6, 4, 10, 6, 16. Вот это базис. И любую матрицу 4 на 4 можно разложить по этим 16. Ну так и напишем. Значит, это будет, например, там. Я напишу ответ, а потом мы обсудим, как он реально получается. То есть тут удобнее поставить четверку, здесь будет стоять так, дельта альфа бета, а тут стоит пси. Эта запись выражает, что они свернуты по спиннерным индексам. Понятно? Ну, хотите, я напишу гамма-гамма, сумма по гамма. В этом смысле свертка. Что это скаляр? Половец. Дальше пойдет. Минус. Гамма 5 альфа бета пси гамма 5 хи. Тоже в скобках, значит, вот так свернутый индекс. Дальше. Плюс. Ну я пишу по памяти, а сейчас проверю. Значит, будет гамма мю альфа бета.
синус гамма мю хи минус гамма мю гамма 5 альфа б синус гамма мю гамма 5 хи. И наконец минус одна вторая сигма мю альфа бета хи сигма мю хи. Это точно, хочу подчеркнуть. Просто разложили еще раз вот эту матрицу 4 на 4, можно знать эти базисные матрицы, которые вот так можно выбрать. Теперь, откуда берутся эти коэффициенты конкретно? Ну, например, беру, сворачиваю по альфа-бета. Тут будет 4, си, хи. Это дает четверку. Трейс гамма 5 равен нулю. Трейс гамма 0 равен нулю. Трейс гамма 5 равен нулю. И трейс этой тоже равен. Вот они вылетают, и мы получаем, что это правильный коэффициент единицы. Видно? Я проверил вот этот коэффициент. И чтобы проверить следующий, умножим на гамма 5 с индексами бета-альфа. И вот сюда она ставит. И, соответственно, все это умножится на гамма 5 бета альфа и просуммируем по бета альфа. Тогда слева у нас будет 4 пси гамма 5 хи. Справа получится трейс от произведения каждой бумажной и этой матрицы умножить на эту и сумма по альфа бета. Видно? Ну и чего? Трейс прямо на глаз видно. Вот это даст трейс гамма 5. Он равен нулю. Это даст трейс гамма 5 в квадрате. Гамма 5 в квадрате единичная матрица. Так, минус. Тогда минус не нужен. Значит, будет плюс. Вот это вложено. Это даст трейс гамма 5 в квадрате единичной матрицы, это четверка. И получится 4 пси гамма 5 хи. От этого. Дальше. Это даст трейс гамма 0 гамма 5. Это 0. Это даст трейс гамма мю, потому что 2 раза гамма 5 превратится в единичную. Трейс гамма мю тоже 0. Короче, все остальное даст 0. И вот мы проверили, что здесь стоит тоже плюс единиц. Ну и так далее. Умножаю теперь на гамма мю бета альфа и суммирую по альфа бета. Здесь получится 4 си гамма мю хи. Здесь получится трейс гамма мю 0. Трейс гамма мю гамма 5 0, а это сработает и даст трейс гамма мю гамма мю. Гамма мю гамма мю это 4 это четверка, сумма по мю еще идет. Нет, неправильно. Надо взять другой индекс. Значит, умножаем не на гамма мю, а на какой-нибудь гамма ню. С открытым индексом. И слева будет гамма ню. А здесь будет трейс гамма ню, гамма ню. Он равен 4 же меню. Да, или чему? Ну, и он свернется вот с этим. И это заменит индекс ню на ню, и получится вот это выражение. Вот этот след сработает. Остальные дают 0.
Ну и так далее. Вот как проверяются это тождество, триады. Я напомню, что сигма-меню здесь вот так определено. Коммутатор, там намек, он вылез. Сейчас стоит все вот так, определяет вместо единицы, тут стоит И. Ну тогда надо этот знак перевернуть, если у вас такая сигма. Ну пусть стоит И, тут станет плюс, тогда красивее, всегда плюс, чем минус. Единственное, что, давайте еще этот минус проверим. Значит, для этого надо умножить на гамма-ню, гамма-5 с индексами бета-альфа. Слева будет 4, си, гамма-ню, гамма-5, си. Сработает только вот этот след. И тут будет трейс, гамма-ню, гамма-5, гамма-ню, гамма-5. Гамма-5 протаскиваем сюда, он дает минус, антикоммутирует. После этого гамма-5 в квадрате уходит, и того это равно минус 4 же минус. Ну и поэтому вместе с этим минусом это дает плюс. Ну вот все. Повторяю еще раз, это тождество. Так? Чем оно нам полезно? Вот я беру этот оператор. И говорю. Вот возьмем, например, эту пару. Только сейчас я один раз распишу индекс. Я сейчас спинорные индексы буду расписывать. Значит, тут стоит С. Допустим, бета, гамма, мю, бета, альфа, б, альфа. Это вот, эту скобку расписал по спинерным индексам. То же самое распишу здесь. А колор подразумевается свернутый. А, А. Это сумма по трем колорам. А это сумма по четырем спинерам. То же самое здесь. Д, Б, гамма, гамма-мю, гамма-дельта, У, В, дельта. Сумма по всем повторяющимся индексам. Так вот теперь я хочу вот эту пару вытащить. И она будет иметь такой вид по спиннерам, с открытым индексом. И для нее используем это размножение. Значит, только надо зачем следить, что спиннеры, кварковые эти поля, фермионы, антикоммутируют, когда вы их переставляете. Ну, поэтому, ну, например, я эти два потащу туда. Вот этот протащится через этот, станет справа, но даст минус за счет антикоммутива. Значит, он один раз протаскивается, дает минус. Этот я тоже протащу, и он тоже даст минус. Это будет плюс, и это получится так. В смысле флейвора получится С, Б, нет, Б я вытащил, У, В, Д. Вот я эту пару протащил через У. И они два раза дали минус по антикоммутативности, в итоге минус 1. И теперь я хочу вот эту пару со спинарными индексами, у них торчащими разными, альфа и гамма. Это как раз вот такая пара. Только надо еще раз посмотреть, как они стоят. У нас тут все чертой стоял слева, без черты справа. А здесь у нас получится наоборот. То поэтому надо их переставить. Тогда будет еще один минус. Значит, будет минус D с чертой, C,
надо будет взять тут поставить общий вот все раз. Ну теперь я вот эту пару, она у нас здесь идет с индексами. У D индекс гамма, у B индекс альфа. Я к ней применю это разложение. То есть я ее раскладываю по вот этим 16 матрицам. А это уже свертка. Теперь, с чем она будет сворачиваться, вот это разложение? С тем, что тут осталось. Поэтому давайте я напишу подробно, потому что я чувствую, что... Так, это я тогда сотру. Лучше один раз все-таки действительно написать, не лениться подробно со всеми индексами. Но зато раз и навсегда. Больше мы это повторять не будем. То есть поэтому я переписываю вот эту вещь таким образом. Что мне нужно еще раз для этой картинки? Мне нужна пара СУ. И останется пара БТ. Я могу наоборот У два раза протащить и подтащить к С. Так? Значит, тут будет С, А, бета, гамма, му, бета, альфа. Я два раза протащу, будет два раза минус. Поэтому без минуса. У, Б, дельта. Тут осталось Д. Пишу просто в тупую, вот как оно есть. Д гамма, гамма мэм, гамма дельта. А тут стоит слева Б, справа Д с чертой. Я их еще переставлю, будет один минус. Минус. Теперь B будет стоять с этой стороны. Все. Это точно. Просто я их попереставляю. Теперь к любой из этой пары, или этой, я могу применить эту форму. Это без разницы. Ну, хорошо. Вот к этой применяю. Так? Но только вот эта гамма-матрица, ну хорошо, вот пусть она прямо так и стоит. Ну представьте себе, я начинаю под членом подставлять. Ну только, чтобы было совсем похоже, надо заменить индекс дельта на индекс альфа. Чтобы это что, не мы ей индексы, поэтому буква Д. Подождите. А. Альфа тут есть. Значит, переобозначу. Индекс альфа переобозначу на другую букву, на дельта. А дельта переобозначу на альфа. Это же не мой индекс. Значит, тут будет дельта, а тут будет альфа. Чтобы были такие индексы, как здесь, чтобы легче было следить. Тут будет альфа, а тут будет дельта. Все. Вот эта штука с индексами бета-альфа, вот она прямо вот так подставляется. Ну только это будет конкретно С чертой, а это будет конкретно У чертой. И все, конечно, тут колоры. Надо будет отдельно отслеживать. Но сейчас отслеживаем только логинс, спинарный индекс. Значит, к чему это сведется? Вот я беру какую-то, например, вот эту. Это множитель. Он просто стоит и стоит. А как матрица, это вот эта матрица с индексами альфа бета. И она свернется с этой, но она это не трейс, потому что она свернется только одним индексом бета. А индексом альфа она свернется сюда. Так, сейчас. Вопрос.
давайте на одном примере. Ну, например, я взял лотерею. Так? Поставил сюда. Что у меня будет по спиннерным индексам? У меня будет гамма мю, бета дельта. От этой пары останется гамма 5, альфа бета. Но тогда я ее поставлю слева, чтобы по бета правильно стояла. Гамма 5, альфа бета. Вот этих нет. Я их заменил на гамма 5 и альфа бета. Все остальное осталось. Значит, тут будет стоять гамма. Гамма с индексом альфа и b с индексом дельта. Значит, вот это с индексом альфа я сюда лучше написать. Индексом дельта, правильно, стоит с этой стороны. И сумма по всем. Это Айловин-Скаляр. Но только я поставил в таком порядке, ну, чтобы прямо видно было, что все индексы сворачиваются. И что тут получится? Гамма-мю, гамма-5, гамма-мю. Ну, раскрываю. Вот это прямо перемножу. Это будет гамма 5 минус гамма 5 в квадрате. То есть это будет то же самое, что это, но знак перевернется. Видно? Поэтому я ее стираю. Так, теперь, ну или общий минус лучше вынести. Эту протащу сюда. Но при переходе через гамма-мю, гамма-5 перевернет знак за счет там коммутативности. И получится единица плюс гамма-5 вот здесь станет. А тут единица минус гамма-5. Это новое. Поэтому вот этот член, он не даст склада. Надо по очереди все посмотреть. Это тоже не даст склад. Это тоже не даст склад. И как на глаз это сразу увидеть, надо вспомнить следующее. Что если я распишу по хиральность, вот у нас тут все время стоят вот эти гаммы большие, которые по сути содержат проектор на левой частице. Так? Теперь, вот эта структура скалярная, когда они свернут, она, если ее расписать, она будет все левое и правое, плюс наоборот. И отсюда что ясно? Исходно в нашем операторе все четыре кварка левые за счет этих гамм. Теперь от того, что я их буду как-то перекручивать и торжественно переписывать, они же не могут стать правыми. Поэтому оператор должен остаться левым. Но поэтому те структуры, в которых появляются правые, они автоматически выглядят. Вот мы на этом примере проверили. Потому что вот эта штука, если ее тоже расписать, это будет все левое хи правое минус все правое хи левое. Она тоже содержит правое. А гамма-мю, она тоже содержит правое, но по-другому. Она вот так выглядит. Поэтому вот это вылетит, а это останется.
аксиальный вектор, он, у него здесь минус. Поэтому опять правая всегда вылетит, а левая останутся, когда я буду все это сворачивать. И наконец сигма меню, она тоже такого типа, как это. Произведение левого на правое. Поэтому она вылетит вся. В итоге останется гамма-мю и гамма-мю, гамма-5. Только эти две структуры дадут мне нулевой вклад. Вот. Это видно, повторяю, невооруженным глазом. Мы только что проверили, что действительно вылетает вот эта штука, которая содержит, смешивает левое с правыми. А у нас правых в ответе не должно. И только эти две структуры, гамма-мю, гамма-мю, гамма-5, содержат чисто левый член, который выживет. А все правые должны сократиться автоматически. Ну, поэтому... Реально, в это разложение, вот это, во всей этой форме, можно выкинуть этот член, он вылетит сам, вылетит этот, и вылетит этот. И останутся только вектор, аксиальный вектор. Вектор, аксиальный вектор сложатся так, что у них останутся только левый, а правый автоматически тоже вылетит. Короче, вот мы после всех этих слов напишу ответ, он должен быть более-менее очевиден. Что вот эта штука, перетащенная вот таким образом, по спинарным индексам, это называется преобразование фирца. Или на жаргоне фирцевание. Так? Что она будет выглядеть вот как. Сейчас. Вот этот минус только мне. Ну, минус, значит, куда-то уйдет. Значит, получится. Только колор надо следить, потому что то, что мы делали, колор мы пока не затрагиваем. Поэтому вот эти А, Б, В, А, они останутся. А по Лоренцу останутся только левые. И коэффициент общий будет единица. Поэтому будет С, А, гамма, мю, У, Б. И теперь скобки означают, что это по Лоренцу. По спиннерным индексам свернуто, по спиннерным и по Лоренцу торчит только индекс гамма-мю. А колоры не затрагиваются с тем, что мы сделали. И вторая скобка тоже свернется. И будет D, B, гамма-мю, U, A. Вот этот ответ. Он свелся просто к тому, что мы переставили В и У, но с сохранением колора. Еще раз повторяю, по Лоренцу, вот то, что мы получили, если сравнить с тем, что у нас было, вот, пока не глядя на колор, а по Лоренцу, то мы В и У переставили и получили, вот, вернее, так, только я два раза написал У, а тут должно быть Б. Вот это. Я еще раз повторяю. То, что так должно получиться, ясно качественно. Из-за того, что вот тут стоят проекторы на левой, и все четыре кварка у нас левые. Как бы я это ни переставлял, и торжественно не перераскладывал, левые должны остаться левыми. Ну, поэтому вот эта структура получилась, где тоже все левые. Это единственная структура, где все левые. Только она и выживает. Так и должно быть, конечно. Но зато она не причесана по колору. Колор мы не затрагиваем, он как стоит, так и стоит. Теперь. Так вот, я еще раз хочу, как говорится, раз и навсегда вот это сердцевание по Лоренцу, чтобы оно было у нас автоматически, поскольку оно выглядит совершенно тривиально. Когда у вас все левые, вот так как здесь, то вы можете переставить эту пару, и это будет, естественно, тот же оператор. Но так вот, Лина,
это делается и проверяется, а итог очень простой и очевидный. Что можете спокойно переставлять вот так, или что то же самое вот так. Вот переставили, получили этот оператор. Но колор при этом стоит какой был. Это отдельное хозяйство. Так, я вот это все сотру. Места много занимает. Я еще раз повторяю. Это один раз проверяется на всю жизнь. Что все операторы нашего типа, которые у нас встречаются, четырехкварковые, они все левые у нас. Вот на этом классе оператора у нас есть О1 и О2. И там все левые. Так вот на левых сердцевание сводится просто к тому, что вы переставляете пару кварков. И это будет тождественно то же самое, но только надо сохранять их колорный индекс. Вот все. Теперь это все стираю. Займемся колором. Аналогично. А если мы вот здесь слагаем, про которые мы сказали, что они вылетели, вот там изложение тоже. Если бы они не вылетели, почему бы это не свернулось тоже в ответе? Я не понимаю вопроса. Что значит, если бы они не вылетели? Вот мы тождественно вычислили вклад от этого. И он тождественно вылетел. Но это же без вариантов, это не то, что я захотел. Остается вот эти два. Да. Они складываются, и получается эта структура. Можете дома спокойно, не спеша проверить. Потому что по этим же соображениям отдельно в векторе есть примесь правых. И отдельно в аксиале есть примесь правых, они только вот так отличаются. В векторе тут входит плюс левое, плюс правое, а в аксиальном векторе входит левое минус правое. То вы подставляете тождественно все это, и потом, когда вы это все сложите, правые должны сократиться, потому что их не может быть. Они сократятся, и останутся только левые. А только левые, это означает, что у вас останется вот эта вершина, проектирующая на левую. Что все четыре были левые, правые должны сократиться. То вы можете проверить. Это точно, что я повторяю, это не то, что там мы какие-то требования ставим, оно само получается. Потому что то, что мы здесь расписали и подставляли, это тождественные постановки. Это не уравнения какие-то, что мы накладываем. Поэтому оно со мной получится. Просто легко сообразить в терминах левых и правых, что все правые должны исчезнуть и сократиться, остаться только левые. Но только левые – это единственная структура вот такого же. Теперь с колором. Можно действовать формально аналогично. Если, так сказать, на всякий случай напишу аналогичное сердцевание по колору. Это оно выглядит так. Вот стоит пси А, пси Б. Теперь это хи. Теперь это колорный индекс. А Лоренц теперь наоборот не пишет. Каждый индекс продвигает значение раз, два, три колора. Так? Поэтому это матрица 3 на 3 в колорном пространстве. Теперь я могу разложить по 9 независимым матрицам 3 на 3. И эти 9 независимых матриц такие. Единичная и 8 штук. Как вам их называли, это генераторы СО3 в низшем кварковом представлении. 3 на 3 матрицы. 8 штук. Понятно, что это матрица? Фундаментальная, да. Ну, например, Т3 это 1/2 минус 1/2 0. Остальное. Это третья проекция за спину. И так далее.
Это стандартные 8 матриц фундаментального представления. Вот, вот 9 матриц, это наш базис. Я по ним могу разложить любую матрицу 3 на 3. Только давайте индекс. Вот это будет другой индекс. Он пробегает 8 значений. А каждая из них матрица 3 на 3. Ну, поэтому я пишу, что эта матрица 3 на 3 равна единичной матрице. А тут будет стоять свернутая колорный синглет. Плюс. Я сейчас пишу, мы проверим все, что правильный нормировок. Вот все. Проверяем. Умножаем на дельта АВ. Строго говоря, тут надо писать один индекс верхний, один нижний, чтобы оно аккуратно сворачивалось в синглет. Но это можно иметь в голове и все. Свертывай, будет синглет. Так? Здесь, когда я свертываю, получу тройку. Так, ну тогда надо здесь поставить одну три. Тогда я здесь получу единицу. А, тут торчат индексы. Сейчас. Давайте я их опущу, чтобы они не мешали мне с А больших. Значит, что там у меня было? Вот так надо писать. Б. А. Тогда здесь будет стоять Т, А, Б. А здесь будет стоять Пси, Т, А, Хи. Вот так торчат индекс. Ну и здесь я допущу. Что все равно. Так, еще раз. Проверяем. Сворачиваем в А, Б. Слева получится синглет. Си, И. Справа будет треть единичной матрицы, дает тройку. И будет Си, И. А здесь получится треть этих 8 матриц. У них у всех треть равен нулю. Это выйдет. Поэтому этот коэффициент мы проверили, он правильный. Теперь умножаем все на Т, Б, с индексами, чтобы они сюда стало. БА. И сворачиваем по БА. Тогда слева получится Си, Т, Б, Хи. Справа. Вот это Т свернется с единичной матрицы, будет треть этих Б. Он равен нулю. Это член выйдет. А здесь получится 2, треть, ТБ, ТА. А треть ТБ, ТА равен 1/2 от единичной матрицы. Это стандартно, не так нормировано. Поэтому это есть единичная матрица. Она заменит этот индекс А на Б. И получится правильная нормированность. Все проверено. Вопросы есть? Еще раз повторяю, это точечка. Просто разложили 3 на 3 матрицу по 9 базисным 3 на 3 матрицам, которые вот они. Все. После этого я могу эту формулу подставлять, например, сюда. Вот это произведение, оно не является неприводимым представлением по группе С3 колорной. А я его раскладываю по двум неприводимым. Это бесцветное, синглетное представление, а это октетное представление. 8 штук его членов. Вот все, что мы делаем. Это пишется так. Вот что мы делаем. Мы берем произведение кварка, которое преобразуется по представлению 3, антикварка, который
строго говоря, надо вот так писать, которые преобразуются по состоянию стриса прижурно. И произведение раскладывается вот так, их 9 штук, 3×3. Оно раскладывается на непреводимые, как синглет и актив. Все. Так вот я могу это подставить, что это равно 1/3 дельта АБ, а тут будет синглет Д, гамалю Б, плюс 2 ТА с индексами АБ, ну я их опустил. А тут будет октетный оператор. Д, Т, А, гамалю, Б. Вот могу так перепоставить. Еще раз повторяю, смысл очень простой. Вот эта штука по колору раскладывается на бесцветную часть и октетную часть, цветную. Все. Сейчас видно будет, для чего это нам нужно. Уже и так можно посмотреть. Вот то, что я здесь это написал для этой пары, но то же самое могу написать для этой. Для картинки лучше то же самое написать для этой пары. Эту пару С, С, Т, У я разложу на синглет и актив. А мне что нужно? Мне нужно ее спроектировать на демизон. Это будет матричный элемент такого вида. По колору я пишу. Так? Так ясно, что демизон синглет по цвету, вакуум синглет по цвету. И здесь сработает только синглетная часть от этого оператора. Вот этот кусочек. А второй кусочек актерный. Он так становится по свету. Видно? Ну вот для этого и делается. Имея это в голове, всегда можем даже это не писать, а просто сказать, что когда у меня есть такой матричный элемент, то от него сработает только синглетная часть. И поэтому он равен 1/3 дельта В, Д, а здесь будет С. Эти всякие точки означают всякие гамма-матрицы. А по колору он будет синглет. Вот все, что останется. А актетная часть вылетит из этого матричного элемента. Это понятно? Что вы молчите? Честно говоря, я про актет не понял, почему вылетел. Если сюда подставлю актетный оператор, он выглядит вот так. Любой из восьми. Но теперь смотрите. Он по состоянию синглетный по цвету. Вакуум синглет по цвету. Демизон синглет по цвету. Ну поэтому... А в ответе этот матричный элемент должен торчать индекса. Ответ должен быть актетным по цвету. Но как вы можете из синглетных волновых функций демизона и вакуумно или любых синглетных функций сделать актет по цвету? Цвет не сохраняется в этом матричном элементе, потому что его нечем передать в ответе. Это торжественный нуль. Но по-другому можно сказать. Вот этот оператор означает, что вот эта пара СУ у вас актетном состоянии находится. А вы хотите ее превратить в бесцветный Д0 мезон. Конечно, она никогда в этот не превратится. Амплитуда превращения равна нулю. Это все. Один раз я это расписал, так сказать, со всеми индексами, но результаты настолько простые и тривиальные, что я их формулирую буквально в двух словах. Если мы имеем вот такие операторы этого типа, а у нас они оба такие, и У1, и У2, где все кварки левые и как-то стоят по цвету свернуты. Ну, в данном случае 8 лет и 8 лет. То когда я буду расфакторизовывать, то
то, например, когда у меня эта пара готовая, ну, она прямо целиком пойдет в первый зон, и вопросов даже не возникает. Но когда мне нужно расфакторизовывать по-другому, она не будет автоматически синглетная по колору, она будет вот такая. Но от нее сработает только синглетная часть, и даже 1/3 дельта АБ. Это по колору. По Лоренцу, этот оператор, то естественно равен, когда я возьму эту пару, переставлю. По Лоренцу. Но только по колору индексы останутся, а по Лоренцу можно переставлять с коэффициентом единицы. Все. Вот теперь давайте это применяем. Так. Вот это я все стираю, потому что ответы настолько простые, как это применять, что это в уме все делается. И пишут просто ответ. И начинаем снова факторизовать. Вот это мне уже не нужно тоже. Вот наш оператор О1. Вот начинаем приближение факторизации вычислять матричные элементы. Что там? D0, P1. Ну, я уже писал, еще раз напишу. Отфакторизовываем по первой картинке перизон вот таким образом, как готовый. Вот. Тут и цвет бесцветный, и Лоренц не трогаем. Он готовый. У него квантовые числа. Перизона тут есть, когда есть гамма большой, возьмем гамма-мю, гамма-5. Остается D, CB, B. Это один вклад. Плюс. Во второй картинке отфакторизовываем пару СУ. Для этого я его перепишу сразу, торжественно, таким образом. Переставлю в ВУ, но колор буду отслеживать. Значит, его можно переписать в таком виде. С, А, гамма, мю, У, Б. А и Б колорный индекс. А тут будет D, гамма, мю, Б. D сворачивался с У, значит, у него колор тоже вот так, а у этого вот так. Вот прежде чем отфакторизовывать по этой картинке, я этот оператор вот так переписал, торжественно. Теперь я отфакторизовываю эту пару. И пишу плюс. Где новый? С, А, гамма, мю. Чего там? У. Новый. Тут остается пи минус. Второй кусок. Д, Б. Если Д с индексом Б. С индексом А. И последний штрих. Раскладывая это по цвету, и выделять надо из него только сработать синглетный по цвету кусок. Так? Что
дает одну треть, дельта АБ. Это понятно? Все. Поэтому я его оставляю как синглет. Но зато выскочит множитель 1 треть дельта АБ. Дельта АБ свернет вот этих синглет уже автоматически. Уже ничего не надо делать. Но зато 1 треть потерялась. И это цена выделения синглета из этого, из этой цветной пары, которая не была к этому синглету. 1 треть за этот счет потеряли. Вот что получилось. Теперь, что такое вот это, мы уже 100 раз писали, это свойство константе Fp. Вот это аналогично сводится к константе Fd, аналог Fp. Это одночастичные матричные, они вообще однотипные. А вот это двухчастичные, но они у нас встречались в полуэлектронных раскладах. Ну, например, вот этот матричный элемент входит в полуэлектронный распад B, D и, например, EU. Это понятно, что он тут стоит? А этот входит в полуэлектронный распад B в P, электронную пару. И мы их оттуда можем взять. Мы их уже писали, еще раз напишем общий вид. Тут два форм-фактора, плюс и минус. То есть приближение факторизации позволяет сложный, вот такой, безнеэлектронный матричный элемент приближенно заменить на простые, которые встречаются вот эти в чисто электронных распадах, а эти в полуэлектронных распадах. И тогда их оттуда можно, эти форм-факторы и константы, взять и подставить в эту формулу, и вы получите приближение факторизации, оценка нелептонной амплитуды. Вот в чем польза этого, этой деятельности. Ну так, давайте. Сейчас. Я пока не буду подставлять это все. Поставим время на точку. И теперь вспомним, что у нас кроме оператора О1 есть еще оператор О2. Что у нас на самом деле вот такая стоит комбинация с известными коэффициентами С1, С2. В прошлый раз они писались. Это два числа. И посмотрим. Все то же самое надо сделать теперь с оператором О2. Хорошо. По-моему, на глаз уже сейчас можно все делать. Напомню, чем отличается оператор О2? У него вот эта пара как раз переставлена. Нет. Значит, он стоит, ну, у него стоит СУ и ДП. Вот так. У него бесцветная пара, она не заряжена по электрическому заряду, она тоже нейтральна. Значит, переставили У и Б, и тут стоит Д, гамма, мю, Б. Вот что такое О2. Он получается из О1, вот этой перестановкой Б и У. Ну хорошо. Ну теперь с ним делаем все то же самое. И смотрим. Первый способ факторизации. Вернее, для него наоборот. Хорошо приготовленный, бесцветный. Вот этот оператор идет без потери и дает Т0. Видно? Вот это прям Т0. А это останется переход BC между B-мезоном и B-мезоном. Поэтому это будет вот вклады такого типа. Чем они будут отличаться? Тем, что одну треть они потеряли. Потому что это готовый синглет. И это готовый. И я получу вот это же выражение, только с коэффициентом единицы. Видно? Но наоборот.
таком вкладе, когда я захочу оценить B-, то мне нужно будет эту пару отфакторизовывать, а она не готова с инклин. И я вот на этом месте потеряю под цвета 1/3. Видно? И все. Поэтому чем будет отличаться в сумме? Вернее, что получится в сумме? Для О1 написано, а для О2, вот тут будет стоять 1, то зато вот тут будет стоять 1/3. Вот и все разница. И теперь, если мы их соберем, то мы получим. Как мы? Т буква, да? Значит, Т, Б минус, Д ноль, И минус. Есть. Наверное, что приближенно, в смысле, что это факторизация приближения. Значит, для вот этого члена у меня получится с коэффициентом 1 число С1 и с коэффициентом 1/3 число С2. Ну и вот этого размера. Я его не буду переписывать, да? Но вот это будет стоять. А мы сейчас отслеживаем коэффициенты. Это стоит пи, д, гамма, мю, у, ноль. Ладно. Это стоит д, с, гамма, мю, б, б. Плюс. Теперь при этом выражении. Наоборот все будет. Оператор О1 потеряет 1/3, а оператор О2 готовый, ничего не потеряет, пойдет с единицы. Поэтому тут будет плюс 1/3 С1 плюс С2. И вот это хозяйство. Д. Вот весь ответ. Я хочу обратить внимание трудящихся, что те задачки, которые будут даваться вам на экзамене, они будут все из этого хозяйства, так сказать. Поэтому для вас это будет 100% важно. Уметь... Нелептонные расклады. Нелептонные расклады бомизонов – это очень на данное время самая актуальная тема. Чтобы вы умели быстренько получить оценку любого какого-то нужного вам распада такого типа. Поэтому... Еще раз повторю, на экзамене вам будут даваться две задачки. И они будут, одна из них будет обязательно из вот этого хозяйства. Вторая, скорее всего, тоже что-то похожее. Может быть, полулептонные какие-то расклады. Но одна из двух или обе обязательно будут на нелептонные распады в приближении факторизации. Прикинуть и получить вероятность распада. Так что, обратите внимание. Так, теперь что осталось? Осталось поставить явный вид этих 4 матричных элементов, собрать все и получить ответ. Так, что тут можно стереть? Ну вот это уже не нужно. Это уже тоже не нужно. Значит, это я условно написал. Тут надо еще, конечно, поставить G-ферми, корень из 2 и всякие кабаяши мозгалы. Вот тут стоит ВЦБ, а тут стоит ВУД. Вот теперь полный вид. Это скобка. Это в общем. Теперь
будем подставлять. То есть вот эта штука равна минус и FI к мю. Работает, а нет, с плюсом. Значит, вот еще минус. Единица вектор там не работает на пимизу. Работает только аксиальный вектор. И он тут входит у нас сопряженный. Когда он перевернутый, то он равен плюс и FI. А в сопряженном виде он равен минус и FI. Но вот тут еще один минус. Поэтому в итоге вот этот весь равен плюс и FI на куме. Аналогично. Вот этот тоже работает. Это тоже псевдоскалер. Это тоже самый пимизон, только тяжелый. У него все кварки. Поэтому этот равен плюс и FD. Только не на кумию, теперь на его импульс P2. Мю. А вместо константы FP стоит аналогичная константа демизона FD. Все. Теперь, а вот это, конечно, более длинное выражение. Тут входят две структуры, два форфактора, плюс и минус. Но придется их расписывать. Тогда придется эти картинки стирать. Потому что эти формулы нужны. Так, вот это не нужно. Значит, напомню, мы эти полулекционные подробно писали. Ну, например, кто там? ВД. Тут стоят два оператора. Вектор и аксиальный вектор. И B и D – это псевдоскалерные мезоны. Спин 0, кочетность минус. Какой из этих двух работает, какой нет? Вектор что? Я не рисую. Вектор работает. А аксиальный вектор? Правильно. Напишу такую раскладку, которая в последние годы, ну, большинство людей пользуется. Значит, тут стоит так. P1 плюс P2 мю минус. Тут стоит P1 плюс P2 скалярно умножить на Q, а Q это P1 минус P2. Этот Q, вот тут стоит P1, а тут стоит P2. То есть P1 распадается на Q и P2. Поэтому Q равно P1 минус P2. Это передача. Стираю. Комбинация возьмем вот так, а вторая возьмем вот так. А мне, ну хорошо. Вместо этого могу взять вот этот кусок, он кумю, и прибавиться к этому кумю. И тогда то, что получится,
Называется форм-фактор МФ-. Это дело вкуса. Чем эта структура людям нравится? Если взять дивергенцию, то есть умножить все на кумю, то вот это выйдет. Физически это означает, вот это оператор четырех вектор. Если смотреть в этом канале, вот этот ток векторный, вот так нарисуем, вот тут я могу положиться каким-то резонансом, а тут будет у меня БД. А вот это вектор. Так этот вектор, это четырех вектор. Но с точки зрения спина, его надо разложить на скалярную часть и трех вектор. То есть в четырех векторе есть и спин единица, и примесь спина 0. Ну, например, нулевая компонента в 0 при трехмерных вращениях, она скалярная. А спин – это трехмерное понятие. Поэтому в четырех векторе есть и спин 0, и спин единица. Так вот, спин 0 – это скаляр. И когда я, например, возьму дивергенцию из четырех векторов, то вот это уже скаляр, и это спин 0 точно. И поэтому, а дивергенция вот этого, с точки зрения матричного элемента, это умножение на кумю и свертка по мю. Так вот, при умножении на кумю вот эта часть вылетает. И поэтому вот эта комбинация соответствует тому, чтобы этот форм-фактор дает вклад в промежуточное состояние только со спином единицы. А со спином 0 в эту структуру вклада не дают. Вот для чего это делается. А это чисто продольная структура. Сюда дает вклад и спин 0, и спин единицы. А если вы это перетащите сюда и переобозначите, то вы будете развивать на P1 плюс P2 и на P1 минус P2. Тогда в обе структуры будут вкладывать из промежуточной резонансы и со спином 0, и со спином 1. Это менее удобно. Вот только для этого берется такая комбинация, что когда я здесь проложу с резонансом со спином 0, то он в эту структуру не дает вклад. Он дает вклад только вот к уме. Ну что очевидно, потому что это будет выглядеть так. Как бы его обозначить. Вот это скалярный резонанс с почетностью плюс. По квантовым числам вектор может перейти или в трехмерный вектор со спином единица, или в спин 0, а почетность будет плюс. Так вот, поскольку у него спина нет у этого резонанса, то ответ будет пропорционален его импульсу. И он вкладывает только сюда. А структуру типа P1 плюс P2 он не может. А когда вы здесь поставите векторный мезон, то у него есть вектор поляризации, и он вкладывает и сюда тоже. Вот для чего, еще раз повторяю, удобно разделять именно так. Все. Теперь. Q равно P1 минус P2. И поэтому это произведение, это будет P1 квадрат минус P2 квадрат. Но P1 квадрат – это масса B-мезона квадрат, а P2 квадрат – это масса D-мезона квадрат. Поэтому это не переменное, это число. Это то же самое. Это кинематика пока что все. Так? Еще одна кинематика. Это множитель сингулярно при букве R стремится к нулю. А все вместе не сингулярно, конечно, это наблюдаемый матричный элемент. Но поэтому
сингулярность здесь и здесь должна сокращаться. И поэтому f0 0 равен f плюс 0 автоматически. Что очевидно, если я опять этот перенесу сюда, теперь обозначу, что получится через f минус, то он будет не сингулярным. А f минус будет пропорционально этой разнице. Так, тут надо повесить буквы. BD. BD. Так. Ну вот теперь смотрим. Чем отличается этот матричный минус? Замена демизона на бимизон. Так? Ну и самое главное, это надо будет в эту сменить буквы. Вместо BD написать BP, что это форм-факторы BP переходят. Так? И вот тут вместо массы D подставить массу P. И все. А все остальное будет такое. Численно, конечно, форм-факторы будут другими. Но по структуре будет абсолютно то же самое. Теперь все это сюда подставим. Так. Место. Попробую. Я это уберу. Значит, вот этот оно кумю. И это кумю умножится на это гамма-мю, и это будет дивергенция как раз. Так? Поэтому при умножении на кумю вот это все выйдет. Торжественно. Останется только вот это. Вот это превратится в q-квадрат, сократит этот q-квадрат, и останется вот это выражение. Видно? Итого, поверхность точки у нас получится и fp, fb квадрат, минус md квадрат, f0, bd, fq квадрат. Простой ответ. По нижней строчке. Этот дает P2. Но P2 это есть передача отсюда сюда. Так, поэтому это все равно то же, что дивергенция. Только надо переобозначить. Ну давайте я тут переобозначу. Значит, тут у нас стоял P1, а тут стоял P2. А теперь вместо этого, вместо P2 стоит Q. Ну поэтому напишем на всякий случай. Тут стоит P минус от Q. Так вот, тут будет стоять сумма этих двух импульсов. P1 плюс Q. Ну хорошо, можно по-другому написать. P2 равно P1. Если я вот так напишу. Правильно. Вот видно, что для этой пары P1Q, P2 играет роль передачи, конечно. Так же, как Q играла роль передачи, когда тут стояла P1, P2. Ну, поэтому вот это надо переменить. Вместо P2 надо поставить Q. Вместо Q надо поставить P2. Короче, это будет просто переобозначение. Замена буквы Q на букву P2. Так, вот только у меня вот это непонятно. Форм-факторы как функции должны остаться как функция одной переменной, да? А, они не функция. Это не переменная. Это была переменная, когда q квадрат была, например, масса лептонной пары, и она могла быть разной. А теперь q – это импульс бимизона.
И куб квадрат это может одиннадцатого квадрата. Это не переменная, это не функция, это константа. Поэтому вот здесь стоит f0 в точке куб квадрат равная m квадрат, практически в нуле. Это не функция, это константа. Короче, я пишу ответ, надо заменить q на p2. Значит, будет i, f, t, тут будет mp квадрат, минус rp квадрат. А здесь будет форм-фактор f0, bp, точки, md квадрат. Это p2 квадрат. Все. Ответы намного проще, чем разговоры, которые нужны, чтобы к ним прийти. Итого, я это все подставляю сюда. Так, вот это я стираю теперь, оставляю только ответы. И ответы полные, все выглядит проще и короче, чем долгие разговоры, которые понадобились, чтобы к этому прийти. А именно, вот это вся, все это хозяйство равно c1 плюс 1 треть c2 а здесь стоит вот то выражение верхнее i, fb, mb квадрат, минус md квадрат на f 0 b d точки rb квадрат плюс 1 треть c1 прибавить c2 а здесь стоит i fd mb квадрат минус mb квадрат а здесь стоит f0 b p перехода точки md квадрат все вот это полный ответ. Так выглядит вот эта амплитуда нелептонного распада приближение факторизации. Надо сказать, что остальные будут проще. У них не будет двух картинок с разным способом факторизации. Всего одна, поэтому будет всего вместо этих двух слагаемых будет одно из них. Так, теперь это конкретный ответ, только надо поставлять сюда конечно, конкретную цифру. С1, С2 мы знаем, они считались раз и навсегда. Ну, массы мы, конечно, тоже знаем. Значит, константы FD и FP могу вам выдать, они вам нужны будут. FP это 130 мыл. FK. Если заменить π на k, это 160 m, fd это 190, скажем, m, наоборот, 200, скажем, m. И fb константа, если она попадется, это матричный элемент аксиального тока между вакуумом и b мезоном. Они все, это все одно и то же, только заменяются флэперы. А квантовые числа этих мезонов это все пседоскалеры. 190 будет. Это разумные цифры, это просто точные цифры. Тут плюс-минус очень маленький. Здесь, как утверждают, это из Лэттисов цифры, из расчетов на решетке. Они утверждают, что у них сейчас точность плюс-минус 5 мм. Ничего не могу прокомментировать. Так что, если им верить, то и тут точно неплохо. Теперь осталось вот эти форм-факторы задать.
Но это тоже приближенно считается. И там всякими способами, на решетке и так далее. Я вам их задам, потому что нам нужны конкретные ответы. Значит, мы когда-то рассуждали про этот фор-фактор, он практически здесь берется в нуле, потому что np квадрат – ничтожно маленькая величина. Он в нуле равен f плюс в нуле. F плюс в нуле, про f плюс как функцию q квадрат мы рассуждали долго в полулифтовом распаде. Когда q квадрат у нас из этой лифтовой пары, суммарный импульс q лифтовой пары. Так вот, когда q квадрат равно максимальному значению, не в нуле, это минимальное значение, а на противоположном конце фазы объема, максимальное значение равно массе b, нет массу d. Это у вас b-мезон стоит, рождается d-мезон, который тоже стоит, а лептоны разлетаются противоположно. Вот точка, когда q квадрат максимально, и разности массы. Так в этой точке f плюс от q квадрат равен единице. Ну, в пределе тяжелых квартов. Это мы долго обсуждали. Но он сейчас нам нужен в точке нуль. В точке нуль он меньше. Практически f ноль. Он же f плюс bd в нуле. Это где-то 0,70. Вместо единицы он поменьше. И, наконец, нам нужен bπ. Но он нужен не в нуле, а нужен в точке md квадрат, что совсем немало. Масса d 1,8 g. Поэтому в квадрате это 3... И сколько? 6 там что-то. Короче, это приличная масса, так? Поэтому мне кажется, что стоит... Я могу вам дать просто число, но надо бы полезно обсудить, почему оно такое, а не другое. Я напишу еще формулу, что я число не помню. Формула выглядит так. Здесь я тоже мог бы написать аналогичную формулу. Значит, это будет f0 bd точки например. Ладно, не буду. Так. Вот откуда это берется? Это не есть точная формула, но это разумная ближайшего резонанса. Значит, это стоит, мне кажется, потратить на это 5 минут. Теперь я вот это уже все могу стереть. Мы сейчас загадки. Сколько будет? Ну, как раз уже время вышло. Мне еще нужно 5-6 минут. Вот, например, bπ, форм-фактор. Я хочу прикинуть. Сейчас. Как он ведется по q квадрат? Как
картинка выглядит так. Значит, это такой матричный элемент. Низ, тут стоит что-то типа У, гамма мю, Б, Б. Вот. Ну вот. Только тут не С надо теперь поставить, а вот Д. Если это не С. Так вот, картинка выглядит так, для этого матричного. Вот мой этот ток векторный. Я проложу сюда какими-то ближайшими резонансами, и тут у меня будет фактор вот эти переходы теперь. Трехчастичная вершина, резонанс π, β. Если этот резонанс тяжелее, чем сумма масс, то это будет вершина распада этого резонанса на πβ. Она в квадрате дает его ширину распада. Ее можно из эксперимента по этому взять. А это наш вот этот вектор житок. Так вот, если тут передача какая-то, а в данном случае передача здесь π2, нам нужны эти форм-факторы, я уже состер, да, в точке МД квадрат. Передача π2, и они будут в точке π2 квадрат, это МД квадрат. Но пока возьмем произвольные точки Q квадрат. Так вот, как выглядит склад резонанс? Мы уже писали не раз. Значит, вначале у меня ничего нет. Потом действует мой векторный ток. И тут я беру резонанс. Только я сейчас подвину. Ну, можно не подвинуть. Ну, подвинуть всегда приятнее. Уже настроился справа. Резонанс с импульсом π2. Здесь стоит мой ток. Здесь ничего нет. Дальше стоит пропагатор этого резонанса. Ну, это всегда комплексное число, это предвикнер. У него еще есть снимая часть. И дальше стоит вершина константа. Связи Юковская, резонанс, πβ. Ну, я не знаю. Вот так ее обозначить. Это константа. Ну, вот у нас была аналогичная πnn константа. Так вот, что видно, какие вообще резонансы сюда могут вкладывать. Только те, у которых квантовые числа, подходящие к этому току. А если этот ток у нас содержит b-кварк, так этот резонанс тоже должен содержать один b-кварк. Это очевидно. Поэтому, а второй кварк у него, например, может быть d. Короче, у него должны быть квантовые числа этого тока. Раз этот ток переходит в этот резонанс, у них должны быть те квантовые числа, которые сохраняются, должны быть одинаковые. Поэтому по квантовым числам B D с чертой B это B нейтральный мезон. Он состоит как раз из B кварка, а не D кварка. Вот это. Только это анти-B называется. Так, но мозга 5,3 Г. Это самый легкий мезон в канале с этими квантовыми числами, которые содержат 1 Б-кварк. Все остальные, которые там есть, П-мезоны и так далее, они только тяжелее. Поэтому вот тут стоит масса этого В. Это самая маленькая масса.
это вся зависимость от передачи, она вот здесь. Потому что это число ну типа P2 ню на какой-то констант. Вот этот маточный элемент, он имеет такой вид, потому что у этого нашего, а нет. Минутку. Он не может, он псевдоскалер, пардон, а это вектор. Поэтому скалер сюда вложит, но он псевдоскалер, поэтому B не вложит. А вложит B со звездочкой. Это векторный. Псевдоскалер – это два кварка, ось волне и спины в ноль. А векторные – это два кварка, ось волне и спины сложились в единицу. Так у него квантовые числа вектора, и это вектор тоже. Поэтому вот он так вложит. Я все время чувствую, что не должен B0 вкладывать. Не вложит. Здесь будет масса B со звездочкой. Они почти одинаковые. B со звездочкой все равно 50 мм тяжелее. Потому что отличается только спин-спиновым взаимодействием двух магнитных моментов. Мы это обсуждали. Вот это самый легкий мезон, который тут можно приложить. А это уже просто кинематика все. Поэтому в этом приближении зависимость от передачи B2 квадрат, она вся идет из брейт-вигнерского пропагатора. Так и ясно, что например, нам нужно точки P2 квадрат, или тут на этом месте пусть стоит Q квадрат, если у нас фактор вот этот, ZD. А Q это бимезон будет. Поэтому смотрите. Пусть тут будет бимезонная масса стоять. Так? Бимезонная масса в квадрате это 0,02 Г. И отличие этого форм-фактора, вот этого всего, его значение в точке mp квадрат, от его значения в точке 0, это будет mp квадрат добавка, делить на массу p в квадрате. Понятно, о чем я говорю? Вот эта формула такого типа, что я имею в виду. Что когда q квадрат равен mp квадрат, или он равен нулю, то разница равна единица плюс mp квадрат делить на mb квадрат. А это есть 0,02 g квадрат. А это есть 35, скажем, не важно. 0,02 делить на 35. Вот такая добавочка. Ничтожно. Так? Будет отличать значение в нуле, а значение в маленьком q квадрате. Подождите, ваше место q квадрат умножаем в массу p. Мы сейчас поставим. Я сейчас на примере вот этого. Bpi. А, ну в смысле, хорошо, да, конечно. Для Bpi нам нужно в точке mb квадрат. Верно. Но тогда надо сюда поставить md квадрат. Правильно. Добавка будет вот такая. Это уже не так мало, конечно, но тем не менее, это 1,5 квадрата, двойка, а это 5,3 квадрата, это не 35, это меньше, это 28, ну около 30. Все равно это 1,15. Это уже не пренебрежимо мало, но все равно маленькая добавка. Значит, еще раз я хочу что подчеркнуть. Что в этом канале, еще раз вернемся сначала сюда, это еще более характерный канал, потому что это оператор BC. Так? И поэтому резонанс, который, это вот здесь будет стоять C, а тут будет стоять D. Поэтому этот резонанс, который сюда можно проложить,
Потому что содержать и B-кварк, и C-кварк, он будет очень тяжелым. B-кварк 5 Гв, C-кварк 1,5. Поэтому ближайший низший резонанс, это будет, я не знаю, как он там, он называется BC, который состоит из B и анти-C. Это BC мезон. Только он будет векторный. Так и вот его масса равна 5 плюс 1,5, 6,5 Гв гарантированно. А остальные в этом канале только тяжелее, это самый легкий, подходящий. Поэтому, если меня интересует поведение вот этого фан-фактора как функция аргумента Q квадрат, то я получу, что F, BD от Q квадрат, это есть, по сравнению с, например, нулем, да? Это будет F, B, D в нуле. А здесь будет стоять M, B, C в квадрате. M, B, C. Будет стоять пропагатор этого B, C мезона, у которого масса 6,5 Гв. Вот если кукла рай не слишком большой, тогда будет доминировать вклад самого легкого. И самый легкий – это векторный вот этот БЦ-звездочки. У него масса 6,5. Вы видите, как зависит от Q квадрат. Масштабом является масса вот этого самого легкого B. Но что бы вы тут ни проложили, по квантовым числам обязательно этот мезон должен содержать один B-кварк и один C-кварк. Поэтому он автоматически будет с тяжелым не меньше, чем 6,5 Гв. Поэтому пока Q квадрат намного меньше, чем 6,5 в квадрате, что есть 42, то зависимость, сколько раз будет давать маленькую поправку по сравнению с значением нуля. Вот что я хочу сказать. Здесь при BD прокладывается БС-звездочка. Когда тут стоит легкий кварк, то тут резонанс будет БД, нейтральный мезон со звездочкой. Ну, у него масса где-то там 5,35, я не помню. И поэтому вот его масса стоит, а мне нужно взять в точке У квадрат, равную МД квадрат. Но это приличная поправка, но я ее более-менее все-таки контролирую, понимаете? Вот эта формула, вот она дает разумную оценку, что если вы знаете форм-фактор в нуле и начнете поднимать кукловрат не слишком сильно, то это, да, вот эта зависимость, это вклад самого легкого резонанса в этом канале, и при не слишком больших кукловратах он будет доминировать ход. По кукловрату он будет определять. Ну, поэтому, если этим пользоваться, я еще раз повторяю, это разумное приближение. Оно вам наврет там на 10-15% не больше. Пока вы кукловрат, я могу даже, если я кукловрат буду подтягивать к полюсу, так она будет только лучше работать. Он же будет доминировать в этом месте автоматически. Но даже старшая область кукловрат почти до нуля, оно еще хорошо приближение. Это аналог векторной доминантности. Поэтому на самом деле, используя вот эту форму зависимости от кукловрат, вам нужно знать только это число и массу самого легкого резонанса с подходящими квантовыми числами в этом канале. Ну поэтому для... Я вам дам это число. Вот это число вот, но оси. А BB, конечно, поменьше, потому что B мезон и D мезон меньше, похожи, чем B мезон и D мезон. Это число нули, это интеграл перекрытия двух волновых функций этих мезонов. Чем они более похожи, тем интеграл перекрытия ближе к единице. Что-то вы там
мы эти цифры будем использовать, а куда делся ответ? Стер, что ли? Сандин плюс стер. Короче, ответ весь уже получен, только он стер. Да. Значит, подставьте эти цифры в этот ответ, и вы будете иметь конкретную амплитуду распада. Потом вы ее возведете в квадрат, получите ширину распада и сравните с экспериментом. Она померяет. Только не забудьте сюда и сюда множить вот на вот это все. ВЛД это практически единица, ВЦБ 400. Вот это все. Ну и пока все. Было бы хорошо, если бы остальные распады номер 2 и 3, мы уже сами вот так написали. На самом деле это займет 5 минут. Если вы уже поняли, как это делается, они намного проще. Поэтому прошу, для тренировки оцените вот эти все три ширины, приближение факторизации, и, по-моему, вот то, что здесь дано, вот эти два фактора, БД и БП, вам ничего больше не нужно, чтобы эти все три расклады получить. И сравните с экспериментом. Все. Пока. Какие вопросы?